Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Кого интересует именно квартиры в Алании, обращайтесь, поможем, чем можем. Так, дорогие зрители, с тем, что цены в Алании растут, хочу вам показать очень хорошие варианты. Две квартиры в этом проекте около речки Дим, район Тосмур, район Кестер. Вот это Тосмур, здесь речка, здесь Кестер. Инфраструктура есть: бассейн, фитнес, зона барбекю, беседка и ухоженный просторный такой длинный сад. Проект был сдан в 2015-2016 годах. 2 плюс 1 двухуровневая квартира. Вот такой балкончик. Сторона здесь западная, южная. У нас спальня. Кондиционер фирмы Бека. Вот просторная первая спальня. Комната здесь где-то 15-16 квадратных метров. Так, здесь прихожая второго этажа. У нас вторая спальня, такая вот большая тоже. Туда можно установить шкаф. Также выход на балкончик. Так. Здесь у нас большой санузел с душевой кабинкой. Здесь вот место, как бы кладовку сделали, но хозяин поставил кровать отдельно еще. Комнатка отдельно, интересно. Деревянная лестница. Вот такой дизайн стены. Это у нас покраска. Сошла уже. Так. Где здесь свет? Ага. Так, гостиная, совмещенная с кухней. Стараюсь включить свет. Так. Бытовая техника Бека. Вся. Посудомойка, духовка. Так, вот такое освещение. Диванчик. Так. Здесь у нас балкончик, скажем, место отдыха. Тоже есть также гриль. Вот такой вид с этого балкона. Тихо, спокойно. Айдат здесь 200 лир на данный момент. Так, телевизор тоже есть. Фирма Samsung. Продается с мебелью и бытовой техникой. Тут тоже, кажется, санузел. Здесь просто санузел без душевой кабинки. Так, есть под лестницей шкафчик. Вот такой. Все, спустимся вниз. Так. Такой вот коридорчик. Есть лифт. Так. Вместимость 4 человека. Вот такой лифт. Пройдемтесь мы сейчас в другую квартиру. Я вам покажу проект, потом скажу цену. Здесь у нас вход. Рядом есть маркет. Вот вход. Здесь уклонный вход, здесь лесенки. Вот магазин с той стороны, также магазин БИМ с той стороны. Расстояние отсюда до моря 320 метров максимум. Здесь у нас лобби. Так, цена той квартиры, дорогие зрители, 94 тысячи евро. Двухуровневая.
двухуровневая квартира. 2 плюс 1. 94 тысячи. Название забыл, это фрукт. Это смесь лимона, мандарина или апельсина. Вот такой сад. Открытый большой бассейн. Зона барбекю, зона беседки, отдыха. И тут у нас фитнес-зал. Вот такой фитнес-зал. Выход к речке Дим. Там мэрия Алань установила именно места, скамеечки, беседки. Шашлык жарить, дядька подготавливает, он пикника. Так тоже люди отдыхают. Ах. Жизнь с природой. Мой самый любимый район. Вы Алань. И сейчас я вам покажу. 3 плюс 1 двухуровневая квартира. Срочная продажа. Находится на верхнем этаже. Пустая, нужно отремонтировать, обставить, сделать конфетку, потом можно также его продать. Там скидочка насчет цены, так как срочная продажа, на данный момент цена двухуровневой квартиры 3 плюс 1, 99 тысяч евро, крайняя цена. Заранее сказал цену, поднимем все сейчас наверх. Три этажа, но здесь как пятиэтажный проект. Так. Угу. Сразу входим в квартиру. Так, здесь у нас с левой стороны как бы прачечная. Посмотрим. Вот вид на речку. Здесь пока ничего не будут строить, как минимум 5 лет. В мэрии все указано. Такой вот встроенный шкаф. Лестничная площадка здесь у нас. Шкафчик под лесенкой, кладовочка. Огромная гостиная комната почти с отдельной кухней. Можно отделить отдельную кухню. Требуется ремонт, как минимум 2000 евро придется потратиться. Сюда огромный холодильник поставите. Вот. Очень большая гостиная. Тут у нас санузел без душевой кабинки. Покажу я вам вид. Мне очень нравится вид отсюда. Именно квартира тоже хорошая. Пирожочек, скажу, дорогие зрители. Именно для тех, кто ищет дуплекс, двухуровневую квартиру. Кактус высох. Юго-восточная сторона. Эта сторона южная. Вид на речку. Вот солнышко, она оттуда восходит и идет в это направление, в ту сторону. Можете застеклить, все зависит от вас. Поднимемся на верхний этаж. Наверху у нас именно с правой стороны маленькая комната, скажем, гостевая или детская спальня. Здесь где-то 9 квадратных метров. Вид также на гору, на речку.
Здесь спальня. Спальня романтика. Так, тут джакузи, кровать, джакузи. И все понятно, все ясно. Здесь немножко требуется ремонт, треснуло. Так. Здесь немножко протекло. Это раньше протекло, так как высохло. Мне сказали, что починили крышу. Угу. Это тоже треснуто. Но требуется ремонт как минимум 2000 евро. 2000 евро на данный момент делает приблизительно 35 тысяч лир. Так, это спальня просторная. И еще просторная спальня, хозяйская уже. Так, покажу с этой стороны. Ну и здесь у нас второй санузел. Но с душевой кабинкой тоже требуется ремонт. Так. Если вы потратите на эту квартиру с мебелью и с ремонтом вместе где-то 8000 евро, потом можете квартиру продать по дорогой цене. Так что можно из него сделать конфетку. Вот такой вид. Также отсюда видно море. Все, дорогие зрители, цена этой квартиры 99 тысяч евро. Звоните, пишите по номеру WhatsApp телефон. Вайбер. Айдат 200 лир. Расстояние до моря максимум 320 метров. Песчаный пляж района Тосно. Рядом есть магазин, как я уже сказал. Все, всем пока-пока.